Праздник со слезами на глазах интернационален. Великая Отечественная война унесла жизни около 700 тысяч казахстанцев. И каждый из них герой, только вот помнят о них не все. Противостояние панфиловцев – национальная гордость Казахстана. Здесь дивизия была образована из казахов, кыргызов, узбеков, таджиков и русских. В память о них благодарные потомки воздвигли уникальный памятник в Алматы. Память о доблестных героях панфиловцев хранят не только в Казахстане, но и в Москве. Вы можете видеть памятник, посвященный знаменитой гвардии. А слева вычерчен боевой путь, по которому герои прошли от Алматы до Таллина. И, конечно же, точка, на которой отмечено место, где происходил тот самый подвиг, о котором, пожалуй, каждый из нас знает с детства. 28 человек на поступах к Москве в течение 4 часов взорвали 18 вражеских танков. Казахстанцы и узбекистанцы стояли насмерть, но Москву отстояли. Для некоторых историков панфиловская дивизия всего лишь миф. Они утверждают, такого события вообще не было. Якобы еще в далеком 47-м году следствие установило, что никакого сражения не было, а легенду рушить не стали, поскольку уж больно вдохновенная. Власти никакого дела до настоящих героев не было. Понимаете, да? Командир полка говорит, не было там боя. Ничего там не было. Справа был, слева был. Кто мешал настоящих героев взять и действительно прославить? И вроде доказательства предъявляют и фактами сыплют, но на то они и историки. Простые казахстанцы в подвиги земляков верить не перестают. Не, я думаю, правда. Я не думаю, что вымысел. Конечно, историю постоянно переписывают, перекраивают, что-то добавляют. Ни в коем случае. Мы настолько в этом убеждены, что они нас спасли. Что они вот именно наши спасители. И говорить о том, что Ленин плохой, Сталин плохой, панфиловцы не такие, это кощунство. Ну, я думаю, что история приукрашена, но такое было. Интерпретировать можно по-разному, но факты остаются фактами. И то, что эти люди проявили героизм, это остается фактом. И мы, казахстанцы, должны добиваться того, чтобы эти факты были признаны как в Казахстане, так и во всем мире. Каждый год 9 мая к памятнику героев-панфиловцев приходят люди и приносят с собой цветы. Приходят те, для кого проверять исторические факты на предмет подлинности геройства, все равно, что копошиться в грязном белье. То, что передавалось от их родителей, они передают своим детям. Ведь для жителей республики никто не забыт и ничто не забыто.